В зале картинной галереи поздравили победителей проекта «Люберецкие звезды». Он реализуется с 2018 года. За все время существования конкурса в нем приняли участие более 7 тысяч человек. Кто стал абсолютным победителем и какие призы вручили, расскажет Анастасия Кладинова. Каждое полугодие подводит итоги конкурса «Люберецкие звезды». За это время взрослые и дети принимают участие в окружных и региональных мероприятиях, после чего свои достижения выгружают на сайт и получают баллы, которые в дальнейшем обменивают на ценные призы. Вы все большие молодцы, вы все активно участвовали, боролись. Я вам хочу сказать, что в этом году, в 2024 году, нужно еще активнее участвовать, еще активнее бороться для того, чтобы получать ценные призы и подарки. Приглашайте своих друзей, всех близких, чтобы все могли реализовать свой потенциал. Всего наградили 19 лауреатов. Среди них Маргарита Мирюкова. Она занимается бальными танцами. По баллам за свои достижения заняла второе место и выиграла сертификат на 10 тысяч рублей. Для меня второе место было неожиданно. Я очень рада, что выиграла сертификат. Победители выбирают по 5 направлениям – спорт, культура, образование, общество и молодежь. Абсолютным победителем стала Мария Летникова. Она занимается художественной гимнастикой и мечтает стать чемпионкой мира. Мария выиграла смартфон. Я очень рада и очень хотела сюда поехать. Я буду участвовать еще в этом конкурсе. За призовые места награждали денежными сертификатами номиналом от 5 до 15 тысяч рублей. В конкурсе может принять участие любой житель городского округа Люберцы, вне зависимости от возраста. Участвовать можно сразу в нескольких направлениях. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.